Вначале было слово. Внимательно прислушайся к каждому мудрому высказыванию и пропусти его через твое сознание. И таким образом ты получишь большую пользу. Не существует пути к миру. Мир и есть путь. Человек является продуктом своих мыслей. То, о чем он думает, тем он и становится. Я никому не позволю проходить через мой ум грязными ногами. Никто не может меня обидеть без моего разрешения. Никто. Счастье – это когда то, что вы думаете, говорите и делаете, находится в гармонии. Унция действия стоит больше, чем тонны проповедей. Свобода ничего не стоит, если она не включает свободу совершать ошибки. Служение без радости не помогает ни тому, кто служит, ни тому, кому служит. Если вы хотите настоящего мира во всем мире, начните с детей. Лучший способ найти себя – это потерять себя в служении другим. День, когда сила любви возьмет верх над любовью к власти, мы узнаем, что такое мир. Ненавидь грех, люби грешника. Величие заключается в попытке достичь цели,
а не в ее достижении. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с противником, побеждайте его любовью. Будущее зависит от того, что вы делаете сегодня. Земля дает достаточно для удовлетворения потребностей каждого человека, но не для жадности. Сила не в физических возможностях, а в неукротимой воле. Вы не знаете, кто важен для вас, пока не потеряете его. Живите так, будто завтра умрете. Учитесь так, будто собираетесь жить вечно. Я против насилия, потому что когда кажется, что зло делает добро, это добро временно, а зло остается навсегда. Вы не узнаете, каким будет результат ваших действий, но если вы ничего не будете делать, не будет результата. Я не могу представить себе большую потерю, чем потеря самоуважения. Не позволяйте солнцу умереть, пока не умрут ваши обиды. Око за око, и мир станет слепым. Пусть ваши мысли будут позитивными, потому что ваши мысли станут словами. Сохраняйте слова позитивными, потому что ваши слова станут вашим поведением. Сохраняйте поведение позитивным, потому что поведение станет вашими привычками. Сохраняйте привычки позитивными, потому что привычки
станут вашими ценностями. Сохраняйте ценности позитивными, потому что ценности станут вашей судьбой. Ошибка не станет правдой только потому, что она распространяется и размножается. Правда не станет ошибкой только потому, что ее никто не видит. Самое ужасное из плохих вещей, плохих людей – это молчание хороших людей. Искатель правды должен быть скромнее, чем пыль. В молитве лучше иметь сердце без слов, чем слова без сердца. Человечество может избавиться от насилия, только прибегнув к ненасилию. У вас на Западе есть время, но у вас никогда нет времени. Станьте изменением, которое вы хотите видеть в мире. Любовь – самая могущественная сила, которым обладает мир, и все же самая скромная, которую можно вообразить. Умение прощать – это свойство сильных. Слабые не умеют прощать. Рождение и смерть – это не два разных состояния, а два аспекта одного состояния. Награда состоит в усилии, а не в результате. Полное усилие – полная награда. Жестокость – это страх идеалов других людей. Не нужно терять веру в человечество. Человечество подобно океану. Если несколько капель океана грязные, океан не станет грязным.